Что я могу рассказать по Епишову? Епишов — это деревня, урочище Епишова. Оказывается, Епишовых намного больше, чем я себе представлял. Ну сейчас давай отсюда вон там выйдем. В общем, мы нашли заброшенную деревню. Название мы говорить не будем. И я запикаю все названия, где я их называл, чтобы людям не разломали дом в край. Все, теперь эту деревню сравняли наглухо, точно так же, как Дюково. Здесь остались только вон те олени, вон там какой-то дятел. Ну и сюда заходят прохожие, типа нас. Сейчас, Серег, есть колодец остался. Поржешь хоть на колодец. Из-за того, что время сейчас где-то 13:20, мы, возможно, как раз к 5 вечера будем дома. Вон крест только остался, действительно. То есть крест, значит, было сыкотно ломать. Да, вон остался инвентарь, вон на том месте, по-моему, так он и валяет. Артефакты. Блин, прикинь, еще корыто древнее. Я помню, маленький был, у моей тетки такое корыто было. Один в один практически. Дом стоял вот здесь. От него, по-моему, остались кирпичи. Огород они тоже, я смотрю, все запахали. Деревья все спилили, срубили. Замели все следы. Как будто здесь никогда ничего и не было. Пойдем. Смотри, это вот, я так понимаю, его флаг, да? Висит, от военного-то остался. Да. Но все равно не видно, что там за флаг. Ну какой-то с серпом и молотом. Да, это видно. И синий-белый. Синий-белый. Это случаем не морской? Возможно. Я просто в этом не разбираюсь. А я будто разбираюсь. Остался только крест от Епишова. И все. Все уничтожено. Это символично для нашего времени. Есть такая, которая куда ни придет. От тети Любиного дома осталось ровное место. То есть это был дом ее бабушки. Потом они продали этот дом вот этому военному, где он доживал свою жизнь. Ставочки дома я сделаю. Сожгли тоже, да? Пришли видеть. Офигеть. Два раза там был. Да. Так, надо на ширик включить, чтобы обхват побольше был. Вот это джунгли. Может быть, лишь бы не черти и не было капканов. Опа. Так. Ребята, здесь какие-то камни. Они здесь, в принципе, по всему острову. Так. Вот уж я не ожидал. Блин, чуть не упал, что придется лезть в такие эти. Ну что?
Как ты думаешь? Слушай, а домик-то? Как его называют? Допотопный. И потом, спустя какое-то время, я выложу видео про этот дом. Но, скорее всего, это будет в следующем году. Пойдем посмотрим, что за цветы. Скорее всего, цветы эти, наверное, родственники ставили. И бутылка водки. Даже есть немножечко еще водка. Я так понимаю, это приходят люди. Блин, правда водка. Ну, кстати, запах прикольный. Я еще запах водки помню. Я так думаю, приходят люди сюда и поминают этого военного. Родственники, скорее всего, его. Возможно, оставили это. Кстати, вот я сейчас стою, а если так вдуматься, он может упасть. Смотри. Труба хоть идет дальше, да? Ну-ка. Я не уверен, что это труба. Такое ощущение, что они когда здесь все перето. Ты не стой, а то мало ли он туда упадет. Когда они тут все переделывали, возможно. Вот он залитый. Блин, ну нет, это все-таки труба. Ну мало ли что, мы же не знаем, сколько он в земле. Ну, это я отвлекся. В общем, все скорее поминают этого мужика, который жил здесь. Здесь вот я помню, что стоял. Телега такая старая, да? Вон, Саша нас пока сфоткает. Название я выкладывать не буду, потому что разгромили и так людям дом в хлам. Замки висят с одной стороны, с другой все выбито. Есть ли хозяева или нет, мы не знаем. А если хозяева и есть, то у них должна остаться хоть какая-то память о своих родителях. Колодец проверим, да? Есть? Пойдемте, мы вам покажем колодец. Ну, слушай, ну смотри, они тут как все сравняли, да? Еще лет пять, и вот кроме этого креста ничего не оставили. Это же вот дерево заросло прямо в дом, да? Я от креста тогда шел, ля-ля-ля-ля, говорю, здесь все еще можно отключиться от маты. Сюда шли столбы. Столб где-то был вот здесь. Он практически напротив дома был, да. Телефон вот здесь, вот, кстати. Вот она. Остатки от телефона этой. Артефакты оставили. Да, вот она расплылась. Идем к телефону. Заодно сейчас проверим, есть контакт или нет. Россвязь. И вот считай, вон там стоял тот дом. Этот. Недобитый. А этот стоял вот здесь. Вон второй разрушенный дом. Все, прятаться больше негде, как я и говорил в предыдущем видео. Вот колодец. Это же дом был. Колодец вот так, где-то перед домом. Но это не отстойник, где туалет у них.
Видишь, Серег, я тебе говорю, тут надо аккуратнее ходить. Я не этот колодец имел в виду, а вон там, где я прикалывался, что из него садок вылазит ночами. Такое это, из камней выложил. Эй, там дальше. Да, жестко. Зачистили все на ура. Она рассказывала, тут где-то стоял какой-то черный дом, и в районе того черного дома здесь очень много змей. Ее бабушка никогда не пускала в ту сторону, говорила, туда не ходи. И вот она говорила, там вот раньше где-то был этот лагерь пионерский, дети Берендея, по-моему, а внуки Берендея. Вот там где-то. И куда-то они ходили туда купаться, там где-то какое-то озеро было. Ну что, пойдем тут колодец посмотрим. Врубай пока. Похоже, колодца нет того. Тоже его заделал. Ты ж тогда где-то лазил вон там, а я здесь вот же был дом, да, и он был вот прям за домом. Это будет русская версия фильма «Звонок». Отсюда будет вылазить Глаша в белом платье с черными волосами прямо из вашего монитора. Но перед этим вам будет совершен звонок. Все, ничего не осталось. Вот так стирают историю. Нет. Смотри. Тишь да гладь. Здесь были такие кирпичи от этих, от русских печек. А сейчас ничего не осталось совершенно. Надеюсь, меня будет хорошо слышно, потому что я тут ору на все поле. Ветер поднялся. А здесь сколько валунов. Вон. Антиквариат. Покрышка почти нулевая. Вот. Это остатки от дома, который здесь стоял. Прямо видно еще остатки фундамента. Все, артефакты вон, стекло. То это. Вот. Кусок стены, возможно. Вон какой-то столб стоит. Тоже. Сюда, видимо, им было лень ехать. Вон они, головешки. Они дома сначала сжигали, потом ломали. Вот здесь что-то осталось. Здесь все скорее был какой-нибудь погреб, я думаю. Может, конечно, баня какая. Там уж прям видно. Кладка сделана, чтобы на нее что-то ставить. О, смотри. Крутяк. Сфотографируйте меня вот здесь. Все, Серег, с фоткой прямо на это. Круто. А? Вот столб. Вон столб. Здесь, я так понимаю, либо терновник, либо яблоня была. Чего это? Блин, прикинь, такие деревья, можно сказать, вековые, и все поломано. Что-то грустный какой-то. Потому что рука отмерзает у меня больше всего. А что ты в нее вцепился-то, блин? А что толку? Если я цеплюсь, она все равно будет мерзнуть. Ну в карман ее сунь, тут тряски-то никакой нету особо. Здесь не, либо дом, либо это. Смотри. Видишь, уже дерево выросло. То есть тут давно ничего нету. Фиг его знает. Ну круто, круто. Вон там вход есть. Ну да, вон столб, вон. Может, какая баня стояла? Или с погребом, видишь, яма. Вот помню. Да кто его знает. Не, слушай, вон еще один столб. Еще дальше. Значит, слушай, это, наверное, все скорее, да, дом стоял. Вот еще стал этим. Стилька никому не нужна.
Точнее, это подошва. Смотри, подошва от древнего сапога. Она натуральная. Вон еще, смотри, на гвоздях прибита была. Видишь, специальные гвозди. Что? Да. Это точно. Саша говорит, он кто-то по Епишову в ней ходил. Смотри, она насколько из кожи, что ей за столько лет ничего не случилось. Гвозди, смотри, они все разлетелись. Они просто, вот я их отрываю, шляпки. Прикольно. Артефакт прошлого. Надо вот здесь еще посмотреть. Может, еще что-то найдем. Смотри, а там еще один домик стоит, этот охотничий. Ты видел, да? Представляете, когда-то эти деревья были цветущими, а сейчас все засохло. Ну, вообще-то сейчас осень. Ты не понял, смотри, сами деревья высохшие. Интересно. Хорошо их видно, да? Ну вот. Да. Относительно меня, какие они здоровые. Так. Наверное, пока выключаем. Сейчас посмотрим, сходим. Я так понимаю, это нижняя часть черепа. Челюсть нижняя, да? Кто там у Стаса черепа заказывал? Вот они, приходите, берите. Слушай, а тут прикольный череп-то. Не, ну понятно, что это олень. Кого, череп? Блин, я не буду. У меня перчаток нет. Да ладно, хорош угорать. Ну давай. Это надо над въездом в Епишово. Да-да-да. Да, кстати, там положить на. Думаешь? Да-да-да. Вот это вообще будет тема. Цветы и череп. Иди сам обратно. Ну пойдем обратно здесь. Хоть что-то юморное мы придумали. Керосинка махла. Нет, наверное, водорасширитель. Бутылка какая-то. Это еще какой-то артефакт. Так, это что за яма? Ну это мог быть погреб. Но в данный момент там один мусор. Вон краска старые банки. Бутылки из-под бухалова вон. Из-под консервов вот каких. В общем, интересного мало осталось. Пойдем дальше. Что? Остатки ворот. Все может быть. Ну, забора точно. Да, вон тот старый артефакт. Вот. Что здесь электричество когда-то было. Вон она, эта штука. Потом что-то. Тоже какая-то кладка. Вон старый таз. Но мне что нравится, здесь вот на местности камней очень много вот таких. Еще какие артефакты? Это что за железо? Остаток наконечника со стрелы. Но хорошо. Привязывали. Стреле. Ходили охотиться на оленя. Да. Ведро. Старое-старое. И мятое. И оно уже в это, вросло в землю.
Ты имеешь в виду вон та сосна камнями обложена? Может быть. Наше предположение — это камни из фундамента домов. Но это не точно. Не, интересно, интересно. Мне кажется, они просто сюда сдвинут. Бульдозер. И все. Я не думаю, что тут что-то такое сверхъестественное. Они до нее додвинули и все. Ну да. В конце лета добрый сузиль, наверное. Может быть. Но ко мне здесь море. Там вот, мне кажется, свалили с берега, потому что если сдвиг, траву бы не было. Может быть. Когда привезли, свалили. А почему под сосну? По приколу. Это местный Стоунхендж. Слышь. Там еще какой-то камень большой. Уберем. Ну сейчас сходим. Так, подождите, дайте я слезу аккуратно. Ладно. Вот такой перепад высоты здесь. Запаханное поле. А мы сейчас пойдем вон в тот дом пить чай. Охотничьи домики здесь хорошие. Здесь можно даже переночевать при хорошем стечении обстоятельств. И нас сейчас не видно со стороны той дороги. Вон относительно меня. Видите, где крест находится? Вон он там. Ладно, пойду догонять наших. Кто знает, что это за гриб такой. Смотрите, из него какая-то херня сыпется коричневая. Прикольно. Я надеюсь, он не ядовитый, а то я сейчас нанюхаюсь какой-нибудь хрени. Вот, кстати, такой. Это целиковый. Ну, был целиковый. В общем, я не знаю, что это за грибы, но было бы интересно узнать от наших грибников. И смотрите, этих грибов здесь много. И вот они все с какой-то пылью коричневой. Вон ее сколько там внутри. Угарно. Смотрите. Так, вот поэтому и надо ходить через лес. Так, что у нас в этом доме? Осиные гнезда. Ну, их опять пошибали все. Дом ничем не отличается, да? Диван какой? Понятно. И все, как говорится, засрано птичками. Надо еще подумать, что сказать. Я вот пока вчера дома сидел, у меня столько мыслей было. Что сказать, что рассказать, в каком порядке пришел сюда, все забыл. Вот как-то так. Надо снять видос, который этот. Ну, кто когда там как Веретьево-то пришел. А, ты же не видел это видео-то, ё-моё. Я же его еще не выкладывал. У меня есть седьмое, да, у меня видео, не вошедший момент будет, шестое. Что там? Стрипа с нашего сосасовской камеры, да, я смонтировал. Да, значит, седьмой как раз там, где мы в Веретьево идем. И где мы ходили на это. На Благое болото. Когда вы там камнями стучали. Вот. Искру добывали. Да.
И я его это, ну, еще пока не опубликовал, ничего, то есть я жду там, как говорится, час икс, когда его опубликовать. И вот я его отправил, как говорится, на ОТК Стасу, да, он сказал, да нечего, выкладывай нормальное видео. Мы ж там угорали тогда насчет этого, что нас обманули, никакого этого не было. Была только принудительная это долбежка в дельтовидную мышцу. И вот это. А я же это говорю как раз за полгода до всех этих событий. А потом в ноябре-то всех поджали. Весь город же поджали в конце ноября. Ноябрь-декабрь все делали. Вот. И там получается как это, как предсказание. У меня предсказание точнее, чем у Чебаркульской секты. И еще знаешь, что это? Прикол-то какой был. Мы когда с ним снимали, тогда прикалывались этот... как он? Лиловый закат, да? Я же там просто уже без камеры говорил. Мы камеру выключили. Я говорю, а потом в будущем будут бегать зомби. Только мы это не снимали тогда. И прикинь, я ему тогда говорю, ну нахер, давай не будем, а то вдруг и правда это, ну, типа, произойдет, а прикинь, будет потом не смешно, да. И вот, помнишь, мы угорали тогда? Ты спишь, что ли? Да? Мне просто скучно. Скучно? А, интернета нет здесь. Да не то, что интернета нет. Самое место скучное для меня. Да блин, ну здесь сейчас, да, ничего такого нету. Еще когда дом был, да, мы хоть там посмотрели все, что как, что где. Сейчас просто поле. Да, сейчас все распахали. Поле с камнями, в прямом смысле слова. Больше можно не ходить даже. Да, сюда смысла нет больше ходить. Че, тогда сейчас посидим, да пойдем тогда обратно просто. Да. Делать все равно тут ничего. Да, ну так и получится. У нас, я из-за чего тебя искал, если дома нет, мы придем 10 минут. Это уж мы просто зашли вот сюда попить, да так походили, посмотрели, что осталось, какие еще артефакты. А так-то все. Ну, видели, вот пикап белый проехал. Нас он, судя по всему, не видел, раз он сюда не подъехал. Все-таки камуфляж — это сила. Ну что, про череп не забудь. Mm-hmm. Еще сейчас там сфоткаю. Это у нас такой черный юмор. А то это, ты видел? У меня этот писал там один подписчик-то. Комментарии под... Когда мы ночью к Сане-царю ходили. Пытался убедить, что никакой мистики не существует, да? То есть вот он типа говорит, я вот в Верете выхожу, у меня вечно прилив сил, у меня это, у меня то. Вот. Я ему сразу сказал, что я никого это переубеждать или доказывать что-то не собираюсь. Я по факту говорю, что видели мы, что знаем мы. Я теперь вспомнил, что я хотел сказать. Вот про это я и хотел сказать. Что, пойдемся? Пойдемся. А так надо отдельно про это дело записать. Но я не договорил, почему он один из нас. Тем более эти же все, ну, очень, очень плохо настроены на все. Вот реально. Потому что он лес оградил. Да, что такого-то? Ну, они оградил. На машинах ездят с грибами. Ну, извини меня, все, ну, пройдешь все. Пешком. У тебя теперь дороги есть. Ты можешь доехать до Ивановской области на велосипеде, на мопеде на каком-то. Чё не так-то, я не пойму. Вон, блин, дорога пиздатая. Чем же они недовольны? Не знаю. Может, нашим постоянно чего-то не хватает просто. Ну, вспомни, у нас же все всем недовольны. Даже я всем недоволен. Только вот мне нравится, что здесь вот такой этот, ну, как сказать, комплекс, да. Вы говоришь, всем недоволен, а сам вон лыло страшно. Ну, это насчет комплекса. А если брать другие вопросы, я скажу, я недоволен этим. Я в камешках, ну, да, все, по-моему, чем-то недовольны. Вот ты чем сейчас недоволен? Это ты недоволен, что ты притащили. Здесь? Вот, живой пример. Я тут, значит, беспокоюсь за чистоту домика. Забрал из домика банку из-под адреналина. Блин, заговариваюсь от холода. А тут водяра.
Угадай, какая водяра? Кто скажет название водяры? Нет. Царь. Просто царь. Я сейчас как раз монтирую видео. И главный персонаж там будет царь. Вот как-то так. Если кто в курсе, вот я тут отбил такую хрень, да, ведь это чага. Я просто в этом не шарю. Я человек, родившийся и живший всю жизнь в квартире. Но, судя по всему, как я смотрел в интернете, он, Серега, зачихнул, это должен быть он. А то это будет мое последнее видео, если я что-то не то заварю. Да? Ну все, я надеюсь, мне люди ответят, кто знает. Ну что, идем дальше? Мы выбираемся назад через лэб, как и заходили, чтобы нас никто особо нигде на дорогах не видел. Сегодня у нас нет настроения ни с кем встречаться. Мы тут так сейчас, Стас, подумали и решили, надо тебе было вместе с ним приезжать, заодно бы ему оленей показали. Вот. Глядишь, было бы веселее видео. Она, мычун стоит. Ё-моё, Серега, уходим в деревья. Назад мы вышли, как видите, без происшествий. Вон Ивановская сзади меня. Вон постройки здешние. Вон вороны сзади меня летят, вон олени убегают. В общем, все как обычно. А вон та стая стоит, глазеет, что я тут делаю. О, мычун замычал. Оленина! Ладно. Все. На этом, наверное, всем пока. Увидимся, когда увидимся. Вон мужики уже где. Пойду их догонять.
Но эти, я думаю, к нам не побегут никто. Вон, по-моему, боевой-то сходит. Боевой вон. А эти так все стоят. Ладно. Так, вот и боевой побежал. Нет, они бегут за той стоит, что только что на дорогу перешло. Так, а вот проверять тоже не могу. Нет, давай пусть боевой пробежит. Ну да, боевой. Вы чё встали-то? Давайте, мы вас ждем, когда вы убежите. Хотя, знаешь что? При таком освещении окрас у них уже у всех кажется, как будто они боевые все. Это вон безрогие бегут, тоже коричневые, смотри какие. Да. Надо бежать, бежать. Не стоять. Ничего. Где они тут? Давай, да. Вон они стоят. Да. Стоят нам уже. Это точно. Все равно это вся запись. Трястись будет.